très violent bombardement dans cette région. Смотрим французские новости на канале France 24. Это самое что ни на есть французский мейнстрим. Повестка очень проукраинская. Этого журналиста зовут Гулливер. Он вещает о ситуации в Харькове, Краматорске, Славянске, при этом сам находясь в Киеве, типично, да, и пытается всякими странными фразами завуалировать реальность. Но не может скрыть, что дух украинских солдат сломлен, что ситуация для них критическая, паническая. Давайте посмотрим, что пишут люди в комментариях, насколько велика поддержка Украины среди населения Франции. Вот, во-первых, обратите внимание, как называется статья. Интенсивные бомбардировки продолжаются в трех больших городах Донецка. Да, хотели сказать Донбасса. Но для французов вообще что Донецк, что Донбасс. Ну, то есть вот такие ляпы совершаются на самых что ни на есть известных каналах. Это, ну, это как Первый канал. Так, давайте, что пишут люди? Первый коммент. Гулливер, не переживай, мы все равно тебя любим. Ну, это такая немножко издевательская фраза, потому что этот Гулливер, я за ним уже наблюдаю тоже давно, он, ну, что-то рассказывает, но порой такой ахинею несет. А так вроде милый парень, мы все равно тебя любим. Далее. Все, что должно случиться, случится, как бы вы ни старались, и как бы вы ни старались этого предотвратить, и все, что не должно случиться, не случится. Как бы вы ни хотели это заполучить, но это какая-то сложная философская тавтология. Дальше читаем. Украинцы отвечают на атаку русских. И что, это уже победа? Этот журналист Гулливер Крега, ну не Оливер, а Гулливер его на самом деле зовут, я начинаю становиться фанатом его глупостей. Ну, это вот как многие становятся фанатами глупостей Кличко, его всяких ляпов. Вот так же этот Гулливер скоро станет таким же звездой. Дальше. Франс 24. Новости очень хорошие. Украина побеждает и захватывает территорию и приближается к Москве. Русские близки к капитуляции. Но вот я вам хочу сказать, это очень саркастический такой коммент, потому что приблизительно так у нас всегда подают новости из Украины. Едем дальше. Вы понимаете сарказм французов, я надеюсь. Следующий коммент. Единственный город Донбасса под контрольной Украине называется «Франс-24», то есть это название этого канала. Но для журналиста лучше проводить репортаж в Киеве, в тысячах километров от Франции 24. То, о чем я вам говорила, что да, он нам вещает о событиях, где идут военные действия, а сам при этом удалился очень сильно. То есть он ничем не лучше владеет ситуацией, чем мы с вами, находясь в разных уголках Земли. Он не на месте действия. Дальше. Снова в адрес Гулливера. Но Гулливер, видимо, любимец публики. Гулливер, ты ничем не отличаешься от нас, потому что ты далеко от линии фронта. Ну, то, что я вам только что сказала. Далее читаем. Какая победа украинской армии? Видя ваше лицо, вы очень сочувствуете украинской армии. Опять же, это сарказм. Далее едем. Правда – это когда реальность накладывается на вымышленное и на фикцию. Просто реальность уже до такой степени наступает, что скрыть ее невозможно. Так, этот Гулливер начинает мне нравиться. Да, я уже по ночам не рассказываю детям сказки «Спокойной ночи», а я просто жду Гулливера, чтобы он делал это за меня. Святой Гулливер, браво Гулливер, да, как хотите. Дальше. Цитируют тут. «Жестокие бомбардировки». А что, существуют не жестокие бомбардировки? Это когда бомбардируют перышками и подушками? То есть это в какую сторону? В сторону того, что у нас пытаются сказать не просто бомбардировки, а жестокие бомбардировки, чтобы усугубить ситуацию. Далее. По-любому, скоро больше не останется украинской территории, которая может войти в ЕС. Россия очень прагматична. Ну, я думаю, достаточно нам, чтобы сформировать свое представление о том, какие тут комменты есть. Мы можем, конечно, еще почитать. Я думаю, что их не очень много. Можем полностью.
Но вы уже видите, куда это клонит. Вы видите хоть один проукраинский коммент, хоть один, ребята. Этот журналист заслуживает премии за лучшего журналиста, который говорит противоположная реальность. Далее едем. Я действительно удивлен. Нам рассказывают, что российские трупы плохо обучены, у них старый материал, они некомпетентны. Как они могут продвигаться? Это говорит о том, что украинская армия действительно дерьмовая, скажем так. Дальше едем. Снова нашему Гулливеру достается. Этот парень превосходен. Он верит всему, что ему расскажут, и никогда не хочет перепроверить. Далее. То есть медиа не хотят сказать, что Украина окружила Россию. И все же я уже привыкла слышать это. Но это опять издевка над французскими медиа, что они все время преподносят ситуацию как прямо противоположную. Так, далее. Приветствуют Россию и желают, чтобы это поскорее закончилось, и чтобы люди поскорее вернулись к нормальной жизни. Далее. Ну вот уже последние комменты. У русских были трудности. Журналисты всегда говорили о том, что украинские солдаты не должны долго находиться на поле боя, то, что объясняет их отступление. Но выходит Гулливер, что русские солдаты не страдают, ну и так далее. То есть мы понимаем, что это тоже критика в сторону логики Гулливера. Дальше. Но чтобы закончить, какой город самый большой город? Ну, я не особо понимаю, как-то странно сформулировано. Тут поздравляют русскую армию. Мы, африканцы, желаем этого продвижения. Но вы знаете, что африканцы, я вам снимала специальное видео про Африку, они очень поддерживают во всем Россию и не верят западным СМИ. Правда состоит в том, что украинские солдаты профессиональные, или убиты, или взяты в плен, или в Киеве. А остальные — это просто неопытные гражданские. Журналист забыл сказать, что территориальное наступление пока остановлено. Путин дал отдохнуть войскам после взятия Луганска. Далее, тоже достаточно издевательские комментарии. Украинские солдаты проходят несколько шагов в своих траншеях, и это уже победа. Вау, сакре Гулливер Крэг, ну это восхищаются нашим Гулливером. Опять же, саркастически. Дальше, следующий комментарий. Дикторша говорит одно, а корреспондент говорит другое, чтобы дать надежду. Угу, понятно, друг другу противоречат. Опять же. Вот это вот единственный серьезный комментарий. Какая катастрофа там разразилась на всех уровнях. Грустно видеть эти чувства войны на нашем красивом континенте. Это человек-пасифист, который против войны, в принципе. Как и все мы, в общем-то. Кто же хочет войны, кто хочет жертв. Следующий комментарий. Сдавайтесь и сохраните жизни. Каждый час умирает 10 украинских солдат. Донбасс — это могила для украинской армии. Далее коммент. Русские проводят отличную работу. Как говорил Фабиус, президент Конституционного совета. Я не слышала, правда, такую цитату, но говорят. Вы думаете, что русские не могут достигнуть Зеленского, если они захотят? Даже если он придет в светофорной рубашке Джонсона или в широкой куртке Байдена? Не совсем поняла, но ладно. Далее. Я заметила, что этот журналист с самого начала войны никогда не говорил, что русские продвигаются. Но мы слышим, что другие журналисты об этом говорят. Да, как раз снова критика нашего любимого Гулливера, который все пытается как-то все замаскировать. Следующее. Гулливер — это гений. Опять же, вы чувствуете сарказм. Следующее. Коммент. Противоречие на противоречие. Как стыдно. Как вы считаете, люди вообще доверяют своим медиа? Вот читая эти комментарии, просто какой вывод напрашивается? Читаем дальше. Этот Гулливер — это настоящий комик. Он далеко от фронта, но он нам дает информацию с фронта.
Об этом уже несколько комментов было. Следующий коммент. По-любому у русских настоящий президент с большой буквы на всех уровнях. Но это, я думаю, не надо переводить. Любовь к России. Дальше. Гулливер думает, что это украинский успех, что они на один момент остановили продвижение русских. Короче, мистер Гулливер отправлен в Киев, чтобы затормозить свои чувства и свои мысли. Но, опять же, издевка в адрес Гулливера. Дальше снова. Бедный Гулливер, он, наверное, икает и сбоку на бок переворачивается. Этот Гулливер не на Украине, в соседней стране. У него богатое воображение. Ну, наверное, человек считает, что Донбасс и оставшаяся Украина — это уже две разные страны. Далее читаем. Когда же они кончатся, эти комментарии? Но все равно, вы видите хоть один комментарий про украинский? Я нет. Но вот это снова. Для армии, которая недостаточно экипирована, с плохим материалом, у которой солдаты плохо подготовлены и малочисленны, Россия с такими кадрами очень даже хорошо продвигается. У нее очень даже хорошо получается. То есть, опять же, издевка над СМИ, что СМИ все время критикуют российскую армию, какая она никудышная, а тут такие дела. Опять на ту же тему. Моральный дух украинских труп очень высок. Кремль не устоит и нескольких часов, и Москва уже окружена. То есть, вы видите, это пошел юмор в адрес своих же медиа. Давайте, русские, берите Украину, чтобы она больше никогда вас не покинула. Дальше. Но тут игра слов трудно будет перевести. Этот репортаж в стиле Крэга. Крэг — это фамилия Гулливера. Сетамбрэй Крэг. Это настоящий крак, то есть это настоящий прокол. Слушайте, не кончаются комменты. Давайте на этом с вами закруглимся. Я думаю, пришла ваша очередь комментировать. Напишите мне, что вы думаете. Поддерживает французское население Украину или нет? Верит ли оно своим СМИ или нет? Что вам понравилось в этих комментариях, а что не понравилось? Высказывайте все свои мысли и чувства. Я с удовольствием почитаю ваше мнение. А пока прощаюсь до новых видео. Чао!